Привет, с вами ТТ, сегодня вам покажу тег 9, который я вырезал. Вот так он выглядит, он уже с магазином, удобно держится в руке, для стрелялок самое то. Автомат очень хороший из стрелялок, всяких игр. У некоторых бывают проблемы, как сделать курок. Должны наметить, просверлите шуруповертом. Или, наверное, гвоздем, а потом вытащите. Но лучше шуруповертом. Просверлите 4 отверстия, чтобы можно было лобзиком прорезать. Или пилой. Дуло хорошее. Вот. Зашкурить его обязательно надо будет. Потому что без шкурки он плохой. Удобный, компактный и красивый. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если вы наберете еще 10 лайков, то я вырежу новый пистолет. Винтовку или дробовик. Напишите в комментарии, что мне лучше вырезать. С вами был я, ТТ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем аливедерчи.